Ну, такое. Ну, ты очень, не очень-то я и скандальная. Все. А в каком плане она скандальная? Я просто не совсем в курсе. А ей запретили приехать. Ее не пустили на Евровидение. В этом плане скандальная. А так она очень милая, добрая, хорошая. Так какой надо быть? Милая, добрая, хорошая. Начинаем через 20 секунд. Хорошо. Вот это вот общий. Видишь, мы с тобой диван. А вот это вот группа. Когда ты получишь хорошо зрителя, тогда не забывай, что мы проедем. Три, она в три. А, или... Зритель, мы с тобой. А, Юля сама. Юля придет попозже. А. Я въеду, ты начнешь это рассказывать, и потом позову гостя. Да. Как тебя зовут? Я забыла. Ну, вместе. И вот вместе. 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 Слышу, подожди. Раз, два, три. Доброго утра, друзья! Это Кубань 24, это хорошее утро и новый день вместе с вами начинает Дмитрий Нестеров! Здравствуйте, и друзья! И Мария Грай. Мария Грай, прекрасная красавица, но, вы знаете, друзья, сегодня же траур. Траур по лету, последний день лета, поэтому мы оба в черном. Грусть, печаль, тоска. Друзья, несмотря на то, что это день рабочий, все равно постарайтесь провести его как-то вот, ну, хорошо, хотя бы окно откройте, что ли. Друзья, для того, чтобы день стал хорошим, ну, обязательно же нужно провести его с песнями. Поэтому гостья нашего эфира, самая скандальная финалистка и участница Евровидения 2017, сама, собственно, персона, Юлия Самойлова.